Андрюш, ты что делаешь? Я сковородку мою. Сковородку антипригарное покрытие смываю. Очищаю, да. У тебя такой хороший предмет. Очень удобный. Самое главное, полезный. Везде можно им употребить разные моменты. Давай, разные моменты. Покажи-ка, как он работает в действии. Ну, еще. Смотри, ля. Как новенькая. Ты посмотри, вот. она новая даже не была, такая блестящая. Ничего там даже нет. Надо только упор хороший. А так она, видишь, полукругом обточена, плавночка. И где ты такой девайс-то взял? Где? Где? Да вокруг, здесь, везде. Вот это тебе не надо, лопатка, видишь, какая поудобнее. Лопатка, она плоская. Она, вот смотри, лопатка, она плоская, а вот тут у тебя сковородка полукругом. Угу. Видишь, неудобно. А это вот как раз рассчитан уголочек, вот тут снимаешь по кругу, вот так вот. И антипригар не... Ну я вижу, она новая. Она новая. Я, если бы не знала, что мы ее пользовали, я еще подумала, чтобы ты с собой ее привез. Не-не-не-не. Ты что, это по наследству мне досталось. От меня? Да-да-да-да. Да, ты с ручкой понежнее. Я чувствую, немножко осталось. Немножко, немножко. И она будет уже без ручки. Зато удобнее. Еще удобнее, да? Да. Помещаться будет везде, без ручки. Ручку отдельно, а ручку отдельно можно. Давайте начнем сейчас. Давайте. Ага.